вы сегодня в каком-то лирическом настроении. Да, так. Я просто смотрю, сколько людей друг на друге живут. И каждому нужно свое местечко. Рябцев Дмитрий, 18-й гараж, извините. Дима! Я бы на твоем месте поршневые пальцы проверил. Спасибо, Павел Юрьевич. Извините, перебил. Да нет, я к тому, что сын у меня жениться надумал. Вот скоро уйдет из дома, я совсем одна останусь. У нас двушка такая, с проходной комнатой. Ну и где тут молодым людям устроиться? Если в гостиной, то это значит, я через них ходить буду. А если в дальней комнате, то значит, они через меня. А у этих вот, ну, в смысле, у родителей девушки, у них трехкомнатная квартира. Да. Квартирный вопрос у нас остается напряженным. Да. Причем настолько, что от этого напряжения люди стали на преступление идти. Стариков одиноких бывает. Да, и это тоже. Но я конкретный случай имею в виду. У нас вот тут в 42-м гараже был такой Александр Дерюгин. Вот уж у кого жилищные условия-то были. Не позавидуешь. Верунчик! Я бы что-нибудь перекусил бы. Ну, что ж ты горланишь-то? Младшие-то спят. Давай, давай, заходи. Привет. Спят? Учи, учи. Мама, ну ничего ж не слышно. Да что там слышать, глупости одни. Я вам наушники куплю. Ну вот еще деньги тратить. На квартиру надо копить. Даже не мечтайте. Ну я ж сказал, на новую квартиру надо 30 лет мне работать, без выходных. Жизни не хватит. Вот тут и оно. Ладно, спать буду. Завтра опять съезжу в этот чертовый департамент. Узнаю. Может, очередь уже продвинулась? Не надо. Я сама съезжу. А то ты чего не надо наговоришь, нас потом еще дальше задвинут. Я их сам задвину. Пусть только попробуют. А я сказала, не надо. У Кондораки завтра прием. Я попробую к ней попасть. Кто такой Кондораки? Никто такой, а кто такая? Кондораки Эмма Павловна. Начальница у них самая главная. От нее, кстати, все и зависит. Сань, я что думаю? Можешь ей денег сунуть, а? И еще чего? Никому в жизни ничего не давал. И тебе не советую. Я ни одному гаишнику ни одного рубля не суну. Во-во-во-во! Я и смотрю, что тебе каждые полгода права отбирают. Хм, а я теперь умный. Я их сразу, как только подходит, на телефон снимаю. Ой, спасибо тебе, Верунчик. Наелся. Пельмени вкусные были. Пойду-ка я. Еще пару часиков поезжу. Сань, подожди. А отдыхать когда? После смерти. Не бойся, Верунчик. У меня закалка десантная. Могу по трое суток не спать и неделю не есть. Все. Я поехал. Давай, давай. Фу. Ты там поосторожнее, десантник. Приехали. А? Все нормально. Спасибо. Почему стоим? Приехали, говорю. Вы этот адрес называли? Все верно. Надо же, как быстро. Знаете, вот, спасибо. Эй, погоди. Мы с тобой на 500 договаривались. Держи. Ну, вот тебе спасибо.
За сотку до Мичуринского. Садитесь. Так, у меня машина, а не дом свидания. Вылезайте. Слушай, мужик, ты кто? Бомбила, извозчик. Тебе за это деньги платят, поэтому сиди и молчи. Хочешь, на бедность добавлю. Сам выйдешь или как? Да ладно, мужик, да ты чё, сейчас... Блин! Ты чё, мужик? Чё, чё? Иди сюда! А! Что вы себя позволяете? Я сейчас милицию вызову! Да что ж вы делаете-то, а? Развяжи, мужик! Вот она тебя развяжет, ей не привыкать! Хамло! Чего не спишь-то? Ждала, а? Ты знаешь, что-то я устал, а? Психовать начинаю. А это не к добру, ты знаешь. Может, я на рыбалку завтра съезжу, а? Давно пора. Что ж изводить-то себя так? Ну да. Ясно. Следующий, проходите. Предупреждаю, Эмма Павловна может принять только 10 человек. Безобразие. А раньше не могли сказать? О, я 10-я. Должна попасть. Я что-то нарушил? Сержант Павлюченко, документы предъявите. А у вас нет такой функции проверять документы? Только в случае нарушения. Повторяю вопрос. Я что-то нарушил? Да сначала фиговину свою убери. С какой стати ты меня снимаешь? Имею право. Я нахожусь на территории личного транспорта. А кстати, а у вас есть разнарядка, чтобы устанавливать пост именно в этом месте? Грамотный, значит. Грамотный, сержант. Не повезло тебе. А номера зачем замазали? Какие номера? Не мазала ничего. Где? Буквы одной вообще не видно. Ну, сотри, увидишь. Придется сличить. Техпаспорт предъявим. Ой, ну и клоун ты, а, сержант. На! Сличай. Теперь можешь ехать домой. Техпаспорт получишь вместе с протоколом. Кто из нас клоун? Извините, пожалуйста, вы куда? Мне Эмма Павловна лично назначила. А, ну... Все, женщина, 10 человек лимит. А ну-ка же, он же без очереди. Ему назначили. Вы что, считать не умеете? 10 человек. До свидания. Здравствуйте. Вы позвонили в службу собственной безопасности. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте. Вы позвонили в службу собственной безопасности. Ваш звонок очень важен для нас. Женщина, прекратите. Ну вы что, хотите, чтобы я охрану позвала? Так, Нина, я уехала. Ну это что такое? Я ждала. Она говорит, 10-я, а он без очереди. А у вас прием до 3, а сейчас только половина. Так, ладно, проходите. Но больше никого. Вы позвонили в службу собственной безопасности. Ваш звонок очень важен для нас. Ну и что вы хотите? Я не понимаю. Нет, ну как? Ведь есть указания, правильно? У кого 3 детей, те вне очереди. Мы 6 лет назад 2 родили. Это уже 2. Старшая дочь. 3. И вот. Ясно, ясно. Но у вас неверная информация. Вне очереди ничего не бывает. Бывает
в первую очередь, а вы в ней состоите. Ага. Нет. Ну как же? 5 лет назад мы были 1513-е. А сейчас вот я почему-то узнавала, мы 1720-е. Это что ж получается? Кто-то позже нас родил, а впереди нас оказался. А может быть, они за это время успели 4-го родить, вот они и переместились. Неправда. О. Неправда. Я с одной женщиной говорила, она хвасталась, что ее на 500 номеров в очереди продвинули. Она говорит, что один номер 1000 рублей стоит. Вот она 500 000 отдала, ее и продвинули вперед. Вы хотите сказать, у нас кто-то взятки берет? Да! И взятки у вас тут! И волокита! И делайте здесь черти что! И информация у вас вся вот эта вот неправдышняя! И ты, корова, сидишь тут по 2 раза в месяц по 10 человек принимаешь! Где? В тихом местечке, да? Поштучно очередь продаешь. Все. Кончилось мое терпение. Быстро, быстро, быстро ручку взяла. Быстро подписала ордер мне на 3-комнатную квартиру. Быстро, не надо на пальчики свои смотреть, на маникюре. Я тебе сейчас быстро хотя бы. Быстро я сказала. Не уже пишу, я пишу. Ужас сумасшедший. Молодец, женщина. Да нет, увы. Все было не так. Вот так она только подумала. Ну откуда вот вы все знаете? Нет, ну, по-моему, очень легко представить, вот какие могут возникнуть мысли у человека в такой ситуации. Вот Дерюгин, может быть, так бы и поступил бы. Но у Веры нет. У Веры совсем, совсем другой характер. Вы хотите сказать, что у нас здесь кто-то взятки берет? Ой, ну что вы. Да нет. Простите меня, пожалуйста. Я просто хотела попросить. Может быть, нас хотя бы не будут так сильно задвигать, а? Сделаем все возможное. Слушайте, можно вопрос? Да, конечно. Вот вы когда двойню рожали, в двушке жили? Да. И вот сейчас опять. Ну что, вам мало? Ну чем вы думаете, когда новых детей собираетесь заводить? Ну что же вы такое говорите? Понимаете, у меня муж, Саша, он мальчика хотел, а тут двое. Радость такая, это же счастье, понимаете? Эмма Павловна, пожалуйста, может быть, хоть чуть-чуть продвините вперед в очереди, а? Я вот, а? Заявление насчет особых жилищных обстоятельств. Да. В нескольких экземплярах. 100 000 экземпляров. Ну, оставьте. Я рассмотрю. На 100 номеров продвижения я вам гарантирую. А там посмотрим. Кто где? Мальчишки в саду. Лизка в школе, мама в магазин пошла. А ну-ка, ну-ка. Ты что, опять плачешь? Не могу я больше. Не могу. За что такие унижения? Говорит, 100 детей нарожали. Мало, что ли? Кто тебе такие ханские вопросы-то задает? Катараки. Что? Подожди, ты не кипятись. Я ей 100 000 всучила, так что ничего, Сань. Мы теперь продвинемся. Ты? Ей? 100 000? А она нам зачем рожаем? Ну, блин! Я ей сейчас тоже пару вопросов задам. Саня, нет. И вообще, кто ее вообще породил, Саня, эту контораки? Саня, не надо. Саня, останови. Вернись, я сказала. Скоро вернусь. А кабинет контораки на каком этаже, а? На 2-м этаже, но ее нету. А где она? Она мне не докладывает. Вон сынок ее приехал, тоже в пустую скатался. Мамусь, мне денежка нужна. Ну это когда было? Утром, уже вечер скоро. Ладно, ты когда будешь? Не, это поздно, я сейчас сам к тебе приеду. По машинам. Нет, Алик, ты совсем пьяный, я с тобой не поеду. Да ладно, я ж трезвей за рулем. Видели мы, как ты трезвеешь. Мамуш, давай на такси. Молодые люди, а как же вы втроем-то поедете? Как обычно, легко. А не хотите воспользоваться услугами трезвый шофер? Могу доставить куда угодно за умеренную плату, а? До Таганки. 400. Ну, хорошо. 300.
Поехали! По машинам. Стоять. Так, прошу. В общем, Игорь Ильич, давайте, продавливайте, чтобы нашему департаменту выдали как можно больше квартир. Люди жалуются. Здесь одна женщина сегодня рыдала просто. А я бы рада помочь. А как? Так что сами понимаете, больше квартир, лучше люди. Ну и нам с вами. Ну да, в смысле морального удовлетворения. Так и я о том же. Люди не понимают. Мы с вами горбатимся тут с утра до вечера. Да, неблагодарные люди. Ни ума, ни культуры. Только детей умеют рожать. А это сын мой. О, извините. Алло, Алик. Ну ты где? Ну я уже вернулся на работу. Ты куда-то пропал. Это не Алик. Слушайте меня внимательно, Эмма Павловна. Сейчас вы немедленно едете к себе в контору и подписываете ордер на четырехкомнатную квартиру. Для семьи Дерюгиных. Да. Вера Дмитриевна, Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, это я. Ничего не понимаю. А где мой сын? И почему вы говорите по его телефону? Вот здесь. Только он не может говорить. Вы его получите живым и здоровым, если немедленно подпишите ордер. Потом вы отвезете его моей жене. Ясно? Только не смейте ей угрожать и не смейте через нее воздействовать на меня. Ясно? Что с моим сыном? Что-что? Спит. Пьяный. Так немедленно привезите его сюда. Эмма Павловна, вы очень медленно соображаете. Для начальницы такого высокого полета объясняю. Сегодня моя жена была у вас. Вы ее оскорбили. Взяли у нее взятку. И отправили ни с чем. Но я вам все это прощу, если вы выполните мои требования. Так, а если нет? Ну, тогда? Тогда ваш сын останется у меня до тех пор, пока вы не скажете «да». Эмма Павловна, чем-то помочь? А, ничего особенного, Игорь Ильич. Это друзья сына шутят шутки, у них такие. Всего доброго, Игорь Ильич. Хорошо. Всего доброго. Теперь слушай меня, мерзавец. У меня отец генерал милиции. Через час тебя найдут. Ты сядешь в тюрьму на 10 лет, не меньше. Это в лучшем случае. Поэтому давай быстро говори, где мой сын. И без всяких условий. А вот это вы зря, М. Пауна. Я в десантуре служил. И у нас там выработали рефлекс. Чем яростнее сопротивление, тем яростнее атака. Не доводите меня до греха. Очень вам советую. Где мой сын? Дайте ему трубку. Сейчас попробую. Алик! Алик, просыпайся! Скажи своей маме что-нибудь. Мама. Ну? Вот воду пить хочу. Ой. Фу. Эмма Павловна! Узнали голос-то, а? Что вы с ним сделали? Я? Ничего. Это он сам с собой сделал. Напился и обкурился. Сколько у нас сейчас за наркотики дают? Так, где вы находитесь? С вами очень трудно разговаривать. Я уже в третий раз вам говорил. Подписывайте ордер, и я выпущу вашего сына. Вы будете молчать, что я его брал в заложники, а я промолчу о ваших безобразиях. А ты понимаешь, Дерюгин, что квартиру твоей семье я, может, и дам, но тебе в ней не жить. В тюрьму сядешь, обещаю. Не исключено. Но зато семья будет жить в нормальных человеческих условиях. А сейчас мы живем, как в тюрьме. Дети фактически спят на нарах. Так, время дорого, Эмма Павловна. И очень вас прошу, никого не привлекать. Даже вашего папу-генерала. Ясно? Алло. Алло. Алло! Будет тебе ордер. Только без обмана. Нина,
Четырехкомнатная у нас была на Уральской. Зайди ко мне с документами. Вот ордер. Угу. Выдали уже. Месяц назад. М. Павловна, а можно мне домой? Ну иди уже, иди. В гостях. А ты кто? Александр Сергеевич Дерюгин. Налей. Держи. Это чё? Чай. Поприличнее нет ничего. Лохушки! Алло! Есть что-нибудь выпить? Нет, у нас ничего нет. А мы где вообще? А сколько время? Я маме должна позвонить. А где мой телефон? Наверное, потеряла. А мой где? Гиля, я все поняла. Это маньяк. Он нас куда-то завез и сейчас насиловать будет. Размечталась! Так, все очнулись. Все соображаете? Слушайте меня внимательно. Вы у меня в гостях. Твоя мама, Алик, попросила тебя тут подержать, пока не сделает кое-какие дела. Ясно? Какие дела? Надо позвонить. Телефон у меня. И только из моих рук. Мам! Алик, ты жив? Относительно. Мам, ты зачем меня тут держишь? Я тебя держу. Ты с ума, что ли, сошел? То он тебя держит. Алик, не волнуйся. Не волнуйся, я тебя скоро вытащу. Я не понял, мы что, в заложниках, что ли? Заложники? Мы заложники? Нет, мы же не заложники. Кири, заткни ей пасть. Мам, что он хочет? Неважно. Скажи, ты где находишься? В гараже каком-то. Ясно. Алик, постарайся не злить этого человека. Хорошо? Мама, а ты приезжай побыстрее, принеси пивка. Две баночки, а? Я тебе принесу пару баночек! Сукин ты сын, а? Если бы ты не был такой бездельник, вообще ничего этого не произошло бы. Мам! Ладно, я привезу. Привезу тебя, успокойся. Алик, ты, главное, не зли его, веди себя хорошо. Просто он, скорее всего, человек неуравновешенный. Ты меня понял? Ладно, жду. Эмчик, ты дома? Скоро буду. Слушай, пап, ты не можешь мне узнать адрес одного человека? Включи диктофон, а то забудешь. Адрес я знаю. Строительная, 8-26. Дерюгин Александр Сергеевич. Ты не можешь узнать, где у него гараж? Легко. Сейчас попрошу, чтобы пробили по базам. А тебе зачем? Да по делу. Слушайте, а это у вас там не туалет? Туалет, туалет. Даже душ имеется. Ты что, с ума сошла? Они же в душе больше всего убивать любят. Кто? Маньяки. Меньше фильмов ужасов смотри. Я лучше умру, чем описываюсь.
Александр, вы же не маньяк? Не. Скорее маньяк его мама. Это почему? Жадная, потому что деньги сосет из людей. Мужик, а ты что хочешь? Ну, в смысле, сколько требуешь? Не твое дело. Ну? $1,000,000. Проси больше, она даст. Не, серьезно, проси больше. Давай так, ты просишь 2,000,000. Я начинаю кричать. Мам, помоги, он меня убивает, он меня пытает. Она пугается, дает 2,000,000 и половину мне. А нам? Мы же заложницы. Жалко, что с моих взять нечего. А мои вообще в Тамбове. Блин, не выпить, не покурить. Так она приедет или нет? И когда? Так! Все, успокоились. Эмчик, ну нашел я этот гараж. Что дальше? Езжай туда, стой и жди. Кого, чего? Так, папа, я тебя прошу, без резких движений. Один псих решил таким образом получить квартиру. Нашего Алика заманил к себе в гараж, я уже не знаю как. И требует, чтобы я выписала ордер. И отдала его жене. Я уже выписала. Приехала к его жене. Сейчас отдам его, он отпустит Алика. Да ты что вообще? Через 5 минут там будет взвод ОМОНа и рота спецназа. Да мы его черемухой оттуда выкурим. И никаких проблем. А на завтра об этом будут писать все газеты. Папа, папа, ты этого хочешь? Мало того, что сын засветился, и меня будут потом грязью поливать почем зря. Так, папа, все надо решить мирным путем. Ты помнишь все, что это такое? Тем более, что никаких денег он не хочет. А ордер я уже выписала. Папа, успокойся. У меня внук в заложниках. И я должен успокоиться? Да я разнесу там все к чертовой матери. Понятно? Надо выбираться отсюда. Пока мать приедет, я сдохну. Не курнуть, не выпить. Там внутренний замок, не видишь? Вижу. Надо достать ключ. Ну, он проснется. Тогда надо связать и вытащить. Видите, какой надежде? Наверное, охотник. У него должно быть ружье. Должен быть какой-нибудь карабин. Значит так. Я беру его на прицел. Вы связываете? И свободу, только тихо. Девчонки. Он с этим хотел напугать. Да он лох. Да я его голыми руками. Стоять! Сядь! А вы, лохудры, что там ковыряетесь? На место! И сидеть тихо! А почему вечером? А днем времени не хватает, знаете. Вот нашли возможность дать вам квартиру. Многодетным семьям, как говорится, доставка на дом. Уральская, это где? Рядом, рядом. Да? А вы позвонили бы мужу, порадовали бы его. Да. Ой. Да. Ой, так вы же проходите. Проходите, мы чаю попьем. Чаю? Да чаю, вы знаете, как-то некогда. Мужик, отпусти, а? Не мешай. Да, слушаю. Саня, Сань, ой, ты представляешь, а тут Эмма Павловна приехала, ордер привезла на квартиру 4-комнатную. Ой, я даже поверить не могу, Сань. Это я ее попросил. А ордер настоящий? Ну как же, конечно, настоящий. Тут и подпись, и печать. Вот улица Уральская. Эмма Павловна говорит, неплохой район. Зелененький это. Да, зеленый. Зелень там, в смысле, недалеко от нас. А можно трубку? А? Убедились? Да вот теперь к вам подъедет мой отец, вы отдадите ему Алика. И без всяких эксцессов, пожалуйста. Минутку. Алик? Я за Алика. А, это ты, сволочь. Как там тебя? Дерюгин? Я все о тебе знаю. И где ты живешь, и где твой гараж. И через 5 минут я буду там. И если ты мне не отдашь внука, я тебя на куски порву, понял? А вы отец Эммы Павловны? Генерал милиции? Именно. С кем вы там? С вашим отцом. Обещаете мне на куски порвать. А вот если вы отдадите
будете Алика? Да ничего не будет. Ну, потому что вам еще надо. Ваш ордер у вашей жены. Вере, дайте трубку. Надьте. Прости, а что происходит? Алик, это кто? Вот ваш муж взял в заложники моего сына. Вы мать, вы должны понимать. Эй, ты, Дерюгин, слышишь меня? Предупреждаю, если на моем внуке будет хоть царапина... Не волнуйся, генерал. Он снаружи целый. Он внутри гнилой. Что? Сань, а что происходит вообще? А? Какой Олег? Ты кого в заложники взял? Зачем? Вера, ордер привезли, вот затем и взял. Так, слушай меня внимательно. Коль этот дом недалеко, садись с этой контераки и езжай посмотри квартиру. Она ключи привезла? Ключи привезли? Какие ключи? От квартиры. А вот вы будете въезжать в квартиру, вам дадут ключи от квартиры. Слышь, что говорит? Слышу, слышу, Вера. Скажи, я ей не верю. Так, садись к ней в машину, и пусть она тебя отвезет посмотреть квартиру и убедись, вообще, существует она на самом деле или нет. А он говорит, надо съездить. А в тюрьму он не хочет съездить? Нет, не хочет. За полчаса с вашим сыночком ничего не случится. А съездить надо бы. Я правильно сказал, Сань? Правильно, правильно. Умница ты моя. Жду звонка, Вера. Давай. Ну что, чайку хотите? Ну, сейчас сообразим. Сторож, спишь, что ли? Открывай шлагбаум. О, прошу прощения, на каком основании? У вас разве здесь гараж? Я генерал милиции. Что-то не ясно? Да нет, я вижу. Но вы извините, товарищ генерал-лейтенант. У нас здесь звания значения не имеют. Я по службе. Понятно тебе? Мне нужен 42-й гараж. Этот, как его, Дерюгин. Если по службе, другой разговор. Ну все. Поехали. Товарищ генерал, товарищ генерал, бушлат накиньте. А, давай. Дерюгин, открыть дверь. Открыть дверь немедленно. Ну, открой дверь, сволочь. Извините, товарищ генерал. Как-то некрасиво. У нас все-таки жилой район, и люди спят. Зачем же кричать-то? А ну, марш в сторожку и наблюдай за порядком. Да я, собственно, этим и занимаюсь. Дерюгин, немедленно открыть дверь! Товарищ генерал, если бы человек хотел открыть, он открыл бы вам без крика. А если не хочет, то вы тут хоть стреляйте. Хорошая мысль. Отойди. Подожди, товарищ генерал, может, вам все-таки по телефону лучше с ним поговорить? Так, по-моему, и тише, и конструктивнее. Я сказал, ваше присутствие здесь не требуется. Кругом. Шагом марш. Дом, вот корпус. Убедились? Ой, красивый, новый. Но квартиру надо посмотреть. Нет, вы будете въезжать и посмотрите. Дверь темная. Смотрите, да? Подъезд закрыт. Коды я, естественно, не знаю. Ольга Павловна, смотрите. Рабочий выходит. Там, наверное, черный ход. Пойдемте, 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 пойдем. Вера, это, может, не тот подъезд. Проверь. Вера. Ну, надо же проверить. Идемте, Ольга Павловна. И номер есть, да. И
Нет, это как глазок. А говорят, в новых квартирах ничего нет. Ну вот убедились и пойдем. Ой, Эмма Павловна, как я вам благодарна, вы не представляете. Я думала, вы человечная. Вы даже ордер мне привезли и квартиру показали. Вот и хорошо, не пойдем. Звонит! Звонок! Эмма Павловна, да? А в чем, собственно, дело? Мы же с вами рассчитались полностью. Это просто... Они тут временно. Как это временно? Как это временно? Может быть, вам ордер показать? А вот у меня ордер тоже имеется. Да, это подчиненные что-то напутали. Мы вам завтра утром предоставим свободную пятикомнатную квартиру. Да. Не верю. Я вам не верю. Вы меня опять обманете. А я сейчас все мужу своему скажу. Не надо мужу. Я сама позвоню, куда надо. Алик, у тебя все в порядке? Я замотанный. Связан? Ну, почти. Скажи, он тебе угрожал? У него оружие есть? Генерал, а зачем оружие? В любом гараже полно железок. Молчи, сволочь, не зли меня. Я кушать хочу. И пить, и в туалет. Кто там у вас? А это девушки, вашего внука. Гордитесь. Сразу две. Он у вас гигант. Значит, Дерюгин, ты взял в заложники трех человек. А ты знаешь, какая это статья? До 15 лет. Она нас тоже 5 лет мурыжила. И все равно обманула. Дала не там, где обещала. А ведь 2 миллиона мы переплатили. До сих пор долги вот отдаем. 2 миллиона. У нас таких денег сроду не было. Звоните, пожалуйста. Спасибо. Неужели наизусть помните? Я твою тоже наизусть помню. Ну, ты у меня молодец, Кристиночка. А я никакой не помню. Свой ты не знаю. Саш! Саш, она нас обманула. Да, в этой квартире люди живут. Я к тебе сейчас приеду. Ты где? Вера, езжай к гаражам, не ошибешься. Давай. Спасибо. Да не за что. Где тут у вас можно машину поймать? Сереж, надо помочь человеку. Я вас отвезу. В это время вы ничего не поймаете. Проходите, я сейчас переоденусь и отвезу. Спасибо. Я мамуська знаю. Там, если что, с документами, она вас 20 раз надует. Говорил же, проси 2 миллиона. Говоришь, 2? Угу. Слушай, а сколько стоит квартира в Москве? Ну, 4-комнатная. А? Смотря где. Мой знакомый в центре купил за 10 миллионов долларов. А на краю в типовом доме тоже 10 миллионов рублей. О. А ну, держи. Все меня слышат? Генерал! Дерюгин. Эмма Павловна! Что еще? Надули в нас! Подсунули фальшивый ордер! Это какая-то... ошибка. Я завтра. Нет, никаких бумажек. Вы даете нам деньги, а мы сами покупаем квартиру. 10 миллионов рублей. И наличными. И чем быстрее, тем лучше. Ну, ты охамел, Дерюгин. Ну где мы тебе ночью столько денег найдем? Мама! Деда! Достаньте денег! 12 миллионов, пожалуйста! Почему 12-то? Ну, 2 мне за помощь. Дай Генсон, группа прибыла, командир группы Майоршидов. Действуй. Отходим все! Товарищ генерал, его надо отвлечь, чтобы он не понял, пока мы работаем. Выручайте, товарищ генерал. Послушай, Дерюгин, отключи громкую связь и отойди от внука. Хочу сказать тебе кое-что по секрету. Ну? В следующий раз, если захочешь связаться с профессионалами, 3 раза подумай. Где ваша дочь? Деньги везет? Может, и везет. Только ты их не получишь. Товарищ генерал, уходим. От взрыва уходим.
терроризмом занимаетесь, господин генерал. Зачем чужое имущество-то портите? Где ты, сволочь? Папа! Я же просил, ну, что ты наделал? Дерюгин, ты где? Дерюгин! А, Александр Сергеевич, где вы? А я привезла деньги. Все хитрить пытаетесь, да? Ладно, ставлю новые условия. Довели вы меня, сами виноваты. Значит так, пока мою семью не переселят в новую квартиру, я его не выпущу. Девчонок тоже. Дальше. Генерал, от тебя касается. Найдешь гаишника сержанта Павлюченко и сделаешь так, чтобы его уволили. Ясно. Далее. Разрешить свободную любовь. 20 миллионов долларов в мелких купюрах и билет на самолет до Лондона! Ура! Ох, Павел Юрьевич, я ведь чуть было вам не поверила. Да нет, на самом деле, мне же Саша сам рассказывал, что он очень хотел выдвинуть все эти требования. Ну, понимал, ну нереально. Поэтому он потребовал квартиру, и чтобы наказали сержанта Павлюченко, ну вот, который его на дороге остановил. Очень на него был обижен. Очень. Ну, а Дерюгина-то нашли? Да, конечно. Там же специальная аппаратура, его отследили по сигналу мобильного телефона. Конечно, нашли. Товарищ генерал, здесь. Дерюгин, ты здесь засел? Думаешь, мы дураки? Ну что, сам выйдешь? Или дверь взорвать? Я боюсь. Саша, не сдавайся. Не взрывайте, он нас убьет. Не надо. Папа, давай лучше деньги. Давай. Ты слышишь? Да какие деньги? Срок он получит пожизненный. Дерюгин, ты окружен. Шансов у тебя никаких. Выходи без всяких условий. Здесь у меня сотня автоматчиков. 4 ракеты направлены на бокс. И 2 боевых вертолета на подлете. Ну, неужели так все и было? Ну, это же штурм какой-то. Это, опять-таки, не действительное, а воображаемое. Это генералу так хотелось. Вот поневоле подумаешь. Слава богу, что некоторым не дано воображаемое перевести в реальность. Они бы нам такую жизнь устроили. Да нет, они просто стояли и не знали, как быть. И вот тут подъехала Вера. Саня! Ой, стойте, ты, женщина! Саня! 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 А чё ты здесь-то, а? А чё ты не в своём гараже? Вера, неважно. Я договорился. Потерпи до утра. Утром тебе дадут ордер. Отвезут на новую квартиру. И тогда, только тогда я их отпущу. А иначе, Вера, я и себя их уничтожу! Мне терять нечего! У него ружье! Какое ружье, ты че? Откуда у него ружье? Рыбак! Охотник! Охотник, а ружье законное, по документам! Женщина! Ну, Вера, возьмите деньги, возьмите! А квартиру я вам завтра же, завтра же! Ну, это единственный сын, единственный! Вы же мать! Ну, вы понимаете, что я чувствую? Возьмите, возьмите деньги. Берите ваши деньги, зачем вы детей рожаете? Если вам деньги важнее. Уйдите! Сань! Давай заканчивать это, Сань, слышь? А деньги у них брать нельзя. И квартиру выбивать бесполезно. Все равно скажут, что обманным путем действовали. А тебя посадят, Саня! Посадят! И это, мать же все-таки жалко, сын все-таки. Сань, давай, отпусти. Так и так. Посадят. Нет, не посадят. За добровольную сдачу срок меньше, правильно? Добровольно отпустят, вообще ничего не дадут. Прошу учесть, что он обращался с нами вежливо, даже в туалет пускал. Грубого слова не сказал. А Алика? Да. Да его не только в заложники, его в тюрьму надо. Он меня отличница за полгода испортил. Алкоголик, наркоман, сволочь. Нормально! В сторону! Стоять на месте! Никому не двигаться! Выводу! Голову ниже! Голову ниже! Ноги поднимай! Алик, это... Ой, Саня! Ой, не
Ваня! 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 Быстро! Пиво! Ты здоров? Все? Пиво принесла. Какое пиво? Какое пиво? Я тебе покажу пиво дома. Я вам пиво покажу. На основании вышеизложенного и с учетом всех обстоятельств совершенного деяния, а именно доведение до определенного психологического состояния, то есть аффекта, применить к Дерюгину Александру Сергеевичу меру наказания в виде 5 лет лишения свободы. Ой. С применением этой меры без лишения свободы, то есть условно. Подсудимый освобождается из-под стражи в зале суда. Вера! Вера! Да что ж такое? Мы победили, Вера! Это невозможно. Бред. Вернитесь на свои места. Суд доводит до сведения, что в ходе судебного разбирательства были выделены другие дела по административным и уголовным правонарушениям. В частности, сержант дорожно-патрульной службы Павлюченко уволен из органов милиции. На Альберта Михайловича Контараки заведено уголовное дело по фактам сбыта и хранения наркотиков. Алик, успокойся. Алик. Разберемся. Также выделено дело о фактах взяток и хищения государственных средств в особо крупных размерах Эммой Павловной Контараки. Мам! Принято решение взять ее под стражу в зале суда. Да за что? Я сама того хочешь посажу! Папа! Опять фантазируете, Павел Юрьевич? Ничуть. Вот как ни странно, Галя, в нашей стране законы иногда работают. Контараки действительно была осуждена. По ее делу прошло больше 1000 свидетелей, и сынку дали несколько лет. А Дерюгина получили новую квартиру. Бывает же, а? Да. Послушайте, а как же так вышло, что он оказался не в своем гараже? Как вышло? Здорово, Павел Юрьевич. У меня к тебе просьба. Если будут искать, не говори, что я в гараже. Ладно? Саша, если ты хочешь, чтобы тебя не нашли, тебе не в свой гараж надо. В своем тебя сразу же и найдут. А куда? 56-й бокс. Это Степанычева. Он мне доверяет, на месяц уехал. Гараж со всеми удобствами. Только не мусорить. Договорились? Ну, Павел Юрьевич, мне не надо предупреждать. Я знаю, ты человек порядочный, поэтому и даю. Спасибо. Ну, а откуда это Дерюгин узнал, что дверь сломали? Он что, услышал? Да он вообще был в курсе происходящего. Саша, слышишь меня? Да, человек 20 ОМОНа. Окружает 42-й. Так что, Галечка, каждый получил свое. Дерюгина получили новую квартиру, Контараки камеру. А сержанта Павлюченко уволили. Саша Дерюгин перестал бомбить круглые сутки, стал нормальным таксистом, потому что ему всегда очень нравилась эта работа.